my joy. You are my song. You are the well, the one I'm drawing from. Waiting is not easy. Ожидать нелегко. It can be awkward. Может быть даже неловко. Confusing. Непонятно. It is frustrating. Иногда очень расстраивает. And everybody has to experience it. Но всем приходится через это проходить. But there's a concept in Scripture about waiting on the Lord. Но в Писании есть такое понятие, как ожидание Господа. And it gives us an idea of how differently God's people are supposed to wait. И это понятие объясняет нам, что Божьи люди, Божий народ должен уметь ожидать иначе, чем все иные. One of these examples is written in Lamentations chapter 3. Один из таких примеров находится в книге «Плач Иеремии», 3 глава. Let's read verses 24 through 27 together. Давайте вместе прочтем 22 по 27. Yeah. 3 глава. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Одно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Verse 24 says, the Lord is my portion, I will hope in Him. 24 стих говорит, что Господь часть моя, буду на Него надеяться. And then, what does it say in Ukrainian in verse 25? Можно спросить в украинском переводе, как 25 стих звучит? Господь добрый для тех, кто надею на Него кладе. Okay, so this is one of those many translation issues we have today. Ну, у вас то же самое, что и в синодальном, но это вот один из вопросов перевода, который сегодня встает. It's a phrase that's repeated throughout the Old Testament, but for whatever reason, translators in the Russian and apparently Ukrainian have chosen to translate wait for the Lord as hope on the Lord. Эта фраза, однако, встречается во многих частях Ветхого Завета, и в синодальном, и вот здесь в украинском переводе переводчики решили перевести эту фразу не ожидать Господа, а надеяться на Господа. Which, of course, is saying the same thing. По сути, можно сказать, что это одинаковые понятия. But we do think about the word waiting differently than we think about the word hoping. Тем не менее, когда мы слышим слово ожидание, мы как-то по-другому его понимаем, чем слово надеяться или надежда. So what does it mean to wait on the Lord? Что же значит ожидать Господа? Sunday is February 14th. В это воскресенье будет 14 февраля. It's a very special day for me. Для меня это день особенный. Do you know why? Знаете почему? Потому что я его ждал. Потому что я была твоя жена. Мяу? Праздник, день Валентина.
No. Though maybe it will be special for me now. Ну, может быть, теперь это для меня будет особенно. No, it's not because it's Valentine's Day. На самом деле, этот день для меня особенный не потому, что это день Святого Валентина. It's special for me because для меня он особенный, потому что Воскресенье. Ты ожидаешь Господа. Waiting on the Lord is an important act. Потому что ожидать Господа – это очень важное действие. It's a holy act. Это священное действие. We may even call it a spiritual discipline, I think. Можно назвать это, я считаю, даже духовной дисциплиной. Everyone waits. Все ждут. But most people just wait for the end result. Но большинство людей ждут конечного результата. Wait for a solution. Ждут какого-то решения. Wait for the what they're excited about happening to happen. Они ждут вот чего-то, чего они очень сильно хотят, чтобы оно наконец-то наступило. Worldly waiting looks to the end. Мирское ожидание, оно смотрит на конечный пункт. Godly waiting, waiting on the Lord. Божье же или благочестивое ожидание, ожидание Господа. Looks more to today while we wait for the end. Больше сосредоточено на сегодняшнем дне, на самом процессе ожидания. We understand that there are things to be gained while we wait. То есть мы понимаем, что в процессе ожидания мы уже можем что-то получить. To understand that today is when we show that we have faith that God will answer our prayers. То есть мы понимаем, что уже сегодня мы должны показывать, что мы имеем веру в то, что Бог ответит на наши молитвы. When we prove that we trust, God has good things waiting for us. Мы должны показать, что, ну, доказать, что мы верим, что Бог приготовил для нас что-то хорошее. Do we trust Him today to provide what we're waiting for in the future? Доверяем ли мы Ему уже сегодня, веря в то, что и в будущем Он нам даст то, что обещает? And do we value the process He's bringing us on until we get that thing that we want? И ценим ли мы тот процесс, через который Он нас проводит, до тех пор, пока мы не получим то, чего нам хочется? Who in the Bible had to wait on the Lord? Кому в Библии пришлось ждать Господа? Probably yes. Скорее всего, да. What are some famous examples? Ну, а известные примеры назовите. Еврейский народ. The Israelite nation. Еврейский народ. Waiting for exile. Они ждали избавления. God says, I have plans for you. И Бог говорит, у меня есть на вас планы. But they're 70 years away. Но они так начнут осуществляться через 70 лет. Or there's a Messiah coming. И будет для вас Мессия. One day. Когда-нибудь. They had to wait. Who else had to wait? Нужно ждать. Кто еще ждал? Abraham had to wait. Авраам пришлось ждать. Совершенно верно. Моисей. Moses had to wait. Моисей. Иисус Навин. Иосиф. Притча десяти девок. Притча десяти девок. Пять ждали. Okay. Соломон. Ученики просто на что-то. How did Solomon have to wait? I mean, I'm sure he did. Я уверен, если что, он ждал, но просто интересно, что ты именно имеешь. Быстро просто так и свободился. Sure, we're still waiting. Да, до сих пор ждем. I think about the story of Mary and Martha after Lazarus died. Я вспоминаю историю Марии и Марты после смерти Лазаря. Noah had to wait quite a long time for this promise of rain. И Ной долго пришлось ждать, да, исполнения обещания, обетования о том, что будет дождь, потоп. David had to wait a long time before he actually became king. Давиду долго пришлось ждать, пока он наконец-то стал царем. Which had him living out in the wilderness for years at a time. Это заставляло его жить, да, как бы в изгнании, в пустыне долгое время. Hannah had to wait for the Lord. Анне пришлось ждать Господа. And so we can ask ourselves, when we look at these people, how did they wait? И поэтому сегодня мы можем себя спросить, глядя на этих людей, а как они ждали? Patiently, not patiently. Терпеливо или очень нетерпеливо. Faithfully, not faithfully. С верой или не очень. Was God pleased with how they waited? Доволен ли Бог был тем, как они ожидали? And I think there's different answers for every story we talk about. И для каждой из историй, которую мы упомянули, ответы будут разные. Certainly, we could say in all of these stories, waiting wasn't easy. Конечно, мы можем сказать, что во всех этих историях
ожидание давалось нелегко. Waiting for God's to fulfill His timing to rescue His people, that's not easy to wait for when you're the one suffering. Когда вы страдаете, нелегко ждать именно когда Божье время настанет, чтобы свой народ избавить от страданий. But those who do wait on the Lord are always blessed for their time of waiting. Но те, которые ждут Господа, всегда получают благословение за это время ожидания. Waiting on the Lord, obviously, of course, builds patience. Ожидание Господа вырабатывает в нас терпение. After we're pushed to wait longer than we think is appropriate to wait, or we should wait. После того, как нам приходится ждать дольше, чем мы считали нужно, или чем мы вообще считаем, что правильно, we have to wait some more. Оказывается, что после этого еще приходится ждать. And we learn to understand that everything's in God's control, everything's in His timing. И тогда мы как никогда понимаем, что все в Божьих руках, все происходит в Его время. Waiting on the Lord tests our faith. Ожидание Господа испытывает нашу веру. Changes our character. It's like a refining fire for our faith. Меняет наш характер. Это как такое пламя, которое очищает нашу веру. Where we have to answer the same question over and over again. Do I really believe these things that I say I believe? И тогда нам приходится снова и снова задаваться вопросом, а я по-настоящему верю в то, во что я говорю, что я верю? We're pushed to see God in a new way and ourselves in a new way. В таких ситуациях мы вынуждены и на Бога посмотреть по-новому, и на себя посмотреть по-новому. 1 Peter 1, Peter says, these trials test the genuineness of our faith. 1 Петра, 1 глава, говорит о том, что именно такие испытания, они проверяют искренность нашей веры, истинность. We all want to be happy. Мы все хотим быть счастливыми. But these trials hopefully teach us that God cares more about our holiness than He does our happiness. Но в таких скорбях Бог нам показывает, что для Него важнее не наше счастье, а наша святость. And as that holiness grows, then we know a happiness that's much deeper than anything material. И по мере того, как возрастает святость, мы начинаем испытывать такое счастье, именно духовное счастье, которого никогда раньше не могли прочувствовать. Waiting on the Lord teaches us that His timing is best. Ожидание Господа учит нас тому, что Его график, Его расписание самое лучшее. Lazarus was sick. Jesus could have healed him from being sick. Лазарь болел. Иисус мог исцелить его от болезни, пока тот еще болел. But he waited so that he would die. Но он ожидал, чтобы тот умер. So that he could do something bigger in his own time with a more important message attached. Чтобы он, Иисус, в свое время сделал нечто более важное, с еще более важным посланием ко всем. And often, not always, but often when God answers our prayers, we look back and we understand why it took that long or why it had to work that way. И часто, не всегда, но часто, Бог, когда отвечает на нашу молитву, мы начинаем понимать, почему это заняло так долго? Почему столько времени прошло? Waiting, I think we could probably keep listing all the ways that waiting on the Lord grows us in our faith. Можно много было бы перечислять, как мне кажется, того, как именно наша вера возрастает, когда мы вынуждены ожидать Господа. Katie and I always imagined that we would have a child, you know, a few years after we were married. Мы с Кэти тоже ожидали, что вот после нашей свадьбы, через несколько лет у нас будет ребенок. But as most of you here know, that didn't happen. Но как вы большинство знаете, этого не произошло. For 12 years we waited and waited and waited. И мы ждали 12 лет, и ждали, и ждали, и ждали. And there were moments of growth in our faith, and there were moments of broken faith. Были периоды, когда вера возрастала, были периоды, когда вера наша очень сильно, можно сказать, ломку такую проходила. We were pushed to grow and to wait on the Lord. Мы, ну, как бы, понимаете, это было как будто бы насильно мы были вынуждены возрастать в своей вере, учиться ожидать Господа. On February 14th, 2017, в 2017 году, 14 февраля, we got a phone call. Нам позвонили. And they said, there has been a baby born in Kansas, do you want him? И сказали, в Канзасе родился ребенок,
Вы хотите этого ребенка? And so 2 days later, и спустя 2 дня, we held Justice, who was 9 days old, in our arms. Мы уже держали Джастиса, которому было всего 9 дней от роду, в своих руках. And I finally understood. И я наконец-то понял. Why God made us wait 12 почему years? Почему Бог заставил нас 12 лет ждать? Because any other plan, any other thing that happened earlier would mean that He wasn't there then. Потому что любые другие планы, если бы они осуществились за этот период, за эти 12 лет, означали бы, что Его там бы не было для нас. So after 12 years, I thought. Поэтому спустя 12 лет я подумал. I could wait another 12 years if I knew it was going to be him. Если бы я знал, что это будет именно он, я готов был ждать еще 12 лет. 12 years later, the wait made sense. То есть 12 лет спустя весь этот груз, он стал понятным, почему это было. And 12 years later, the process, I could appreciate what God did to me and for me in those 12 years. И 12 лет спустя я смог оценить, да, по-настоящему оценить тот процесс, который все эти годы Бог надо мной проводил. And so I wanna ask you, поэтому я хочу вас попросить, what are you waiting спросить on? Вас, а чего вы ждете? And how are и you как waiting? Вы этого ждете? Are you just waiting, or are you waiting on the Lord to do His good things He's вы going просто to do? Ждете, или вы действительно ждете Господа, когда Он какое-то благо сотворит? Is God pleased with how you're waiting? И приятно ли Господу то, как именно вы этого ожидаете? Think about that phrase, wait on the Lord. Подумайте об этой фразе, ожидать Господа.